да что ж такое-то? Очень мягко уберем. Все идет спокойно вообще. Поют совершенно по-другому. Тут идет, все время идет обволакивание. Ну что делать? Но мы ее вернули, я всего сделала на полтона ниже.
всего на полтона ниже, потому что она идет в оригинале вот в до. В оригинале на до идет тоже с акцентиками, мягче, мягче Влада. Не попадаем на до, чтобы повторить. Сольфеджируй. Прям поймите сейчас без слов. Поближе и прям подвинь ноты. Подвинь ноты. Прям к себе. Нет, микрофон. И сольфеджируем. Прям поем. Доре, ты плохо видишь? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть? Поем. Прям медленно сейчас. Доре. Ой, что я убрала. Сейчас
А вот она. Теперь добиваем тему. Поем до, ре, ми, ми, мо, ми, ми, ка. Прям вот так и поем, но с фонограммкой. Поем. Чтение джазовых стандартов прям сегодня хорошую оценку получит. Поехали, поехали. Поняла, что там другая совершенно. За второй вольтой идет по-другому. Да? Давайте вторую вольту попойте. Соревнуты. Ла-ла-ла.
карандаш, прямо его пой и веди карандашом. Что ты поешь? Вот именно. Поем. Прямо и веди карандашом. На-да. Пой нотами. До. Еще разочек. Вас там сейчас смущает, что там еще одна нотка? Да. Не надо ее смущать. Вы вложились в метроритм. Еще разочек бридж. До. И прямо веди карандашом. Ты сейчас поняла? Да. Вот и пою. До, ре, ми, бемоль, ми, бекар, ла, ля, соль, соль, ми, ми, до. Два, три. Раз и два. Поняла, да? Ну, вот теперь вот встань, сидя, сложно петь. Запомнила сейчас? Да.
Вот и все. Это основная тема. Потому что дальше потом кусочек там импровизационный, опять тема. Я считаю, что для второго класса это совершенно доступный стандарт. И давай сейчас с самого начала. Хочешь, можешь мурлыкать со словами. Где непонятны слова, просто... Все что угодно. Там слова. Посмотрим сейчас, как получится.